Новые трибуны установили в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дигары». Создать условия для зрителей и болельщиков помог Вячеслав Битаров. С просьбой к главе обратилось руководство футбольного клуба «Дигара». Теперь на территории комплекса 200 мест. По поручению Вячеслава Битарова содействие оказало Министерство физкультуры и спорта. В принципе, мы более чем удовлетворены. Сейчас у нас и стадион уже выглядит совсем по-другому, уже появился футбольный антураж. Поэтому мы выражаем благодарность главе республики за проявленное внимание и за то, как оперативно решились наши проблемы.